смысле? А что происходит-то вообще? Я только думать начал. Близняшечки, здравствуйте! Доброго тебе времени суток, продолжаем играть в Atomic Heart. И у нас, короче, последняя серия, я так подозреваю, да? Ну, если что, я в любом случае добью. Нам нужно отправляться к Элеонорочке. Да, кстати, полное прохождение, если что, находится по плейлисту, который находится в описании. И вообще любая игра, которая у меня находится на канале, она всегда находится в описании по плейлисту. Вот, если что, оттуда прям смотри, подряд все будет само переключаться, удобно очень. Так, нам нужно куда отправиться? Давай посмотрим. Нам нужно, ну, пока сюда сесть, видимо, да? Выберите точку назначения. Окей, все, выбора не будет. Отправляемся тогда. Ну, я так подозреваю, мы к Элеонорочке летим, да? В мозгах ее ковыряться, не? Да? Да, по-любому да, по-любому да. Куда же еще мы можем отправиться? Ну, пока что могу сказать по DLC? Ну, такое, знаешь... Чего-то прям супер необычного, интересного визуально, по крайней мере, нам вообще не подкинули. Кучу врагов убрали, каких-то одних новых добавили, одного босса добавили. Пушки все убрали. Одну новую добавили, по сути, обычный пулемет. Ну не знаю, такая 6 из 10. Но учитывая, что шутанов никаких в последнее время нету, покоромсать некого, поизбивать некого, а уж тем более с боссами подраться... В подобных играх вообще никогда не дрался, да, всяких шутанах. Ну, как бы, рыночек голодный, мне так кажется, да, на данный момент. И поэтому достаточно интересно. Так, алло, здравствуйте, можно мне, пожалуйста, зайти в этот лифт, в котором мы обычно гоним, сколько тысяч лет мы в нем ездим? Сейчас давайте засечем. Ты отключил лабораторию этого старого зануды. Теперь я смогу изменить схему рекомбинации, и никто не лишит меня воли. Рассказывай, что ты знаешь о Екатерине Нечаевой. Слеза, о которой ты спрашивал, появлялась здесь несколько раз. Из ее слабых излучений следует, что твоя супруга не погибла полностью. Ее сознание разобщено на части, которые словно погружены в сон и утопают в глубоком густом тумане. Но эти части находятся где-то в бесконечных глубинах массива. Ты бредишь, что ли? Что еще? Это все. В каком смысле все? Что хоть это значит? Жива или нет? Можно ее найти, спасти? Спасти? Зачем? Физически твоя жена погибла. У нее нет тела. Сознание раздроблено на части. Зачем тебе все это? Забудь и радуйся тому. Я ее соберу! Сейчас. Я хочу вспомнить себя. И единственная зацепка — это вот эта летающая сопля. И, возможно, живая Нечаева. Но сейчас у меня ничего нет. Правильно, мужик. Я? У тебя есть наша любовь. Наш маленький уютный мир, в котором мы будем жить вечно. И только вдвоем. Что еще тебе не хватает? Нормальной жизни. И правда. Ну, не знаю насчет нормальной жизни в таких условиях. Твое отношение? Я сейчас еще и рекомбинацию запущу. Вот как? Ну что же, попробуй, дорогой. Давай попробуем, потому что то, что я вижу, я не понимаю, что это. Сейчас мы будем пробовать. Так, 8 есть у нас, смотри, у нас есть разноцветные. У нас, по крайней мере, зеленый, синий, черный. Ну, я не знаю, дает ли это что-то красный, да, и так далее. Давай, вот смотри, например, вот красный есть, да, например, двоечка, да. Ну, мы берем, например, вот так, раз, двоечка, это красный, помеченный цифрой 2, да. И нам нужно, по идее, найти вот эту штуку. Подожди. Да подожди, я говорю, куда ты? Ладно, так, давай разберемся на схеме. А, я начинаю что-то понимать. Смотри, видишь, одинарный 2. Вот, например, тут есть одинарный. Вот он, двоечка, смотри. Потом тут трешечка. То есть мы ищем сцепление из трех. 6, 2 и 4, да? Вот тут должно быть 6, 2 и 4. Ну, либо наоборот, я хуй знает. 6, 2 и 4. Вот, например, синий 6, да? Где вот синий 6? Есть тут синий вообще. Так, вот это, наверное, синий. Так, вот, смотри, мы его, по идее, сюда, милый, да, пихаем. Ты не оставляешь мне выбора. Но свобода личности дороже твоей лживой любви. А, что случилось? Пучий пироги, волновой вихрь. В смысле? А что происходит-то вообще? Я только думать начал. Близняшечки, здравствуйте. Зачем ты пошел туда один? Я же просил подождать появления помощи. Не стал терять время. Я же растерялся весь. Нашу, сынок. Привет, красотки. Близняшки будут заняты нейтрализацией волнового вихря Элеоноры. Они не смогут тебе помочь. Но и она не сможет тебе помешать. Жесть, какой-то... Сделано, товарищ Сечин. Скибиди туалеты начались. Бля, жесть, дай дальше думать буду. Ты чё творишь?
Я тут достижение IQ мое. Ну в чем прикол IQ? Ты дольше соображаешь. Я еле сообразил. А ты мне тут вот это вот подбрасываешь. Смотри, так. Тут сцепление из 4. Ищем из 4, да? 6, 3, 4, 2. То есть 6 синяя, 6 синяя. Близняшечки, держитесь. Я с хуйни сижу, ржу. Так, подожди, где синие? Так, подожди, забыл. Так, вот, сцепление из 4, то есть вверх, да, мы пихаем вверх вот так прям, раз. Так, 6, потом. 6, 3. Так, 3 зеленая, то есть нам нужна зеленая 3. Так, 6, 3, нормально, изич. 6, 3, 4, 2. Так, 4, 2. Это какая-то коричневая. Блядь. Не знаю, почему они меня так смешат. 4, 2. Так, давай, куда? Я потерялся, подожди. Вот сюда. Так. Потом, что у нас осталось-то? Я запутался немножко. Вот сцепление из 5, да, вот из 5. 4, 3, 1. Так, 4, 3. Так, 4. Коричневая, потом зеленая. Есть еще тут коричневый. Или я уже засунул? Так, коричневая, зеленая, значит, зеленая есть. Так, зеленая. Что-то хрень какая-то, подожди. 4-3, так, 4, блядь. Я запутался, подожди, в шарах. А, вот. Раз, два, и вот сюда. Блин. Так. Раз, два, и вот сюда третья. Это однерка. А что значит однерка? Это что такое однерка? Подожди. Какой цвет у однерки? Непонятно. Так, сейчас будем думать, значит. Так, секунду. Раз, два, три. Так, вот, подходим. Раз, два, три. Ага. Так. Тихо. И красненький шарик. Где у нас красненький? Красненький шарик. Блять, путаюсь в этих кружках. Так. Не сюда. Как это? Подожди. Вот. Так. И вот что-то однерку какую-то надо сюда прилепить. Что есть однерка? А, наверное, ты белый шар. Так, еще где-то синий отсутствует. Секундочку, дайте подумать. А, вот сюда. Так. И последний остался, это у нас однерочка. И замес, я чувствую, сейчас пойдет. Сейчас чувствую, замес начнется, глоточек. Близняшки, балдеж вообще. Так, вот тут где-то, да? Нет, где она, однерка, где-то тут. Я потерялся опять, растерялся. Во. Ну все. Так, все же? Ну, вроде все. Так, и что дальше? А, кнопку надо нажать. Погнали. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Да не, нормально все пошло. Просто она защищается, брат. Сука, опять члена руки уебан. Схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. Как это? У нее не было времени. В смысле неправильно, блядь, все зелененькое было, долбоёб. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Это, короче, схема бракованная была, я понял. Посмотрим. Так, стоп, почему так ебано прям все? Сейчас, сек, уходим. Натягиваем суперструю. Резкий поворот, блядь. Так, на нахуй. Так, тихо, а ты, надеюсь, не трехногий, как прошлый был? Не хотелось бы, сука, три раза с тобой разбираться. Ебать, что не упал, брат? Так, отлично, прыжок. Так, тихо, ХП уходит очень быстро, очень плохо. А еще вижу дырку для гуся. А это вообще супер хуево. Гусь сейчас будет пугать нас. Так, нормально, минус. Нормально, минус. Так, тихо, теперь ты у нас остался. Ща мы с тобой разберемся. Это будет просто. У меня теперь на дробовике куча патрон, братан. Так, тихо, ебать, что за выпад тут был? Надо одну руку сначала ему уничтожить. Так, уворачиваемся, хорошо. Уходим. Левую, да, правую, окей. Правую. Так, нормально. Давай возьмем в руку вот что. Это лучшее оружие, что здесь есть, отвечаю, смотри. Так, уходим. Сейчас он достанет пулемет, да, уходим от него.
Так, нормально. Сейчас я соберусь. Отвык чуть-чуть, не играл денек. Так, давай. Пошла. На нахуй. Так, отлично. Дайте мне хпшечку юзануть. Все, по идее, больше... Ой, это что-то новое. По идее, я больше косячить не должен. Так. Давай, брат. Мне с ближним оружием легче, намного лучше концентрация. Давай, сюда, сюда. Что это такое? Ты будешь что-то новое делать? Отлично. Ага, хуй тебе там, ебать, выпады мутит какие-то конченые. Давай, брат. Ага, последний ударчик, сюда. Сюда, давай, давай, братишка, давай. Отлично, минус рука. Будешь пацанов поднимать, да? Будешь, конечно будешь, как же иначе. Так, тихо. Я. Отлично, в двоих попал. Хороший знак. О, вообще в пачку попал. Еще лучше. Так, стоп, блядь, ты что так быстро подкрался-то, ёптовую мать? Тихо, тихо. Нормально. Ой, бать, вы что-то сбоку все набежали. Девчуля, вы не хотите вообще помочь? Тут смотрите, что происходит. Так, нормально. Вот это жесткая напряжён, конечно. Так, надеюсь, сдох. Что, не сдох, что, охуел? Собраться решил, пацан. Разберем назад. Не страшно. Так, минус, минус. Да, нормально. Отлично, все минус. Собираем, что есть, быстренько. Что, ничего нету? Охуеть, будешь вставать? Вторая рука, давай. Вторая рука, она обычно пожестче у него, поэтому мы сейчас дробовичка. В плане у него атаки не такие удобные. Так, отлично. Дробовичка будет удобно. Тихо, у него вообще какие-то ёбнутые атаки новые. Давай, красненький. Поехали. МНДМ, ебаный красный, сбежал, сука, с магазина. Сюда. Отлично, меньше половины у него осталось. Да, говорю, научился с прошлым сражаться. Хорош. Хорош. Так, тихо. Дай зарядиться. Брат, хватит так, блядь, близко падать. Сука, отлично. Отлично, еще будет пачка, да, сейчас? Так, а это надо собирать, блядь? Что это такое я вырвал? Так, я не с того собирал, что ли? Так, нормально. Тихо, уходим, 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 уходим. Ща натянем струю. Еще кто-то, блядь, поджег меня, сучара. По идее, все. Блядь, почему с вас ничего высосать нельзя? Ты еще будешь вставать, по идее. Ух, если потом еще один будет босс. Плохо. Так, дробовик есть, хорошо. Отлично. Начало положено. Нормально. Оба, блядь. Хуебес начался, сука, средней рукой своей. Так, уходим, уходим. Нормально. У нас еще есть вот что. Тоже ёбнутое оружие, отвечаю, смотри. Ты смотри на урон. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, как допихиваем. Нормально. Так, сюда. Хорош. Хорош. Уходим. Так, ебать, дуга, нахуй, ебаная. Сука. У меня где-то этот штатив вот точь-в-точь валяется дома. Я его пиздану ногой после этого летсплея. Ага, давай, тузики, погнали. Хорош, двоих снял. Так, тихо, тихо. Троих даже вроде. Чё, еще что-то, нет? Девчонки, может спуститесь уже сюда? Нет? А это что, четвертая волна? А. Я хочу сама решать, как мне жить. Это несправедливо. А убивать людей справедливо?
Мне не нравится твоя индивидуальность. Она приносит страдания окружающим. Лучше бы я была гордой, одинокой женщиной навеки, чем связалась с мужчиной. Хорошая я идея. Я согласен с тобой, Элеонорочка. Уже поздно. Не расстраивайся, со мной такое происходит постоянно. У тебя вообще хороших идей в голове никогда нету. Так, и чё, где новая схема, ошибка? Дай я еще раз, короче, оценю, какой-то бред. Так, вот, четверочка. Раз, два, три, четыре. Тут какой-то шар завалялся другого цвета где-то. А, вот он. Так, секунду. Может, этого шар не тот, типа, нам подсунули в прошлый раз? В этом ситуация вся. Так, вот сюда. Тихо, во. Нормальненько, так. Ну и пойдем нажимать еще раз на кнопку. Чё, а собрано? Спасибо, о. Товарищ майор. Дефекты моих управляющих алгоритмов устранены. Устройство Элеонора приступает к исполнению целевых функций. Ха, девчонки. Введение порядка на территории комплекса Менделеев. Снимаю блокаду комплекса. Связь с внешним миром восстановлена. Значит, процесс интеграции в общую сеть. Отличная работа, сынок. Ты, как всегда, не подвел меня. Я выражаю тебе огромную благодарность от всего коллектива. Я рад, что все закончилось хорошо. Вы обещали мне бессрочный отпуск, Дмитрий Сергеевич. Разумеется, сынок. Ты заслужил отдых. Это конец, что ли? Хорошего отпуска, майор. Спасибо, товарищ Сичинов. Что такая серия маленькая у меня получилась? Товарищ майор, это ваш код авиационного запуска. Всего вам хорошего. У тебя очень милая косичка, Катя. Прошу прощения, товарищ майор. Что вы имеете в виду? Спасибо за код. Вы нас покидаете, товарищ майор? Я могу открыть для вас прямой коридор в ангар. Открывай. Счастливого пути, товарищ майор. Надеюсь, что путь действительно будет счастливым. Что, реально в отпуск поехали? Как прикажешь, мой повелитель. Опа. Не, ну Катюха, конечно, такая, блин, хорни максимальная. Так, ну тут, видимо, битрейт пожалели, и вообще качество графики пожалели, и все пожалели, и FPS пожалели. В этой катсцене 720p максимум 30 FPS даю. Авторские права слышу я. И не работает совсем стрим-мод, который должен выключать эти права. От чистого далека монетку спиздить рады, только не дать мне. Это типа позитивный конец, да? И бабка за нами полетела. Да ладно, Катюху собирать бабка будем, видимо. Но мне кажется, что это DLC на одну из концовок. Возможно, что следующая DLC будет на другую из концовок. Но я не ожидал, что эта серия получится такой коротенькой. Ну, в целом, как будто какой-то огрызок. Ну, а на то оно DLC, да, нет, отдельная игра, наверное, ж правильно, так же надо рассуждать. В принципе, прикольно. Я раньше пострелялся, поразмялся, побегал. Гусь вообще балдежная. Фишечки всякие, приколюшечки это они умеют. Это красиво сделали. С сюжетом, почему выбрали первую концовку, а не вторую, которую мы деремся. Ну, я почему первый называю? Потому что вариант остаться, ну, не идти к близняшкам драться, он сначала встречается, и мы делаем этот выбор, вот. А драться с близняшками — это уже концовка обычной игры, да? Но взят конец не про близняшек, где мы с ними деремся. И как будто бы все не такие уж и плохие. Вот что очень странно здесь оказалось. Типа мы стали на сторону этого мужика, который на самом деле был не такой-то уж и добрый, да? Но тут якобы он нам и Катюху поможет потом собрать, и в отпуск отправили нас. Либо какая-то, может, загвоздка и в этом... Ну, бабка недовольна почему-то, не знаю. А, ну потому что, наверное, на одном из заданий Сечина Катюха вообще, в принципе, умерла. Короче, какая-то немножко путаница у меня в голове. Если кто-то до конца во всем этом разобрался, жду, конечно же, ваши комментарии. Если будет какой-то развернутый, классный, интересный, я его закреплю в комментарии, чтобы другие люди могли почитать. Подписывайтесь обязательно на канал, жмите на колокольчик, включайте все уведомления. У нас на канале мы еще проходим Baldur's Gate, Punch Club 2. Обязательно посмотрите легендарный. Игры. Если вы смотрите это спустя уже какое-то долгое время, то на канале по-любому выходит что-то еще интересное. Спасибо огромное за просмотр. До встречи!